смачиваю холст. И беру, ой, а это, да, все правильно. Беру изумрудную. Беру изумрудную с розовой. Беру черную. Черная смягчит их взаимодействие, сделает невыразительным. Ну, как там и есть фоновое пятно, как бы никакое. На фотоматериале цвет фона белый, поскольку программа знает, что белого чистого быть не должно, она перевела эта программа. Фоновую затею вот эту на некоторое тоновое и цветовое решение. Итак, здесь немножко сиреневит, там немножко зеленит. Уже какое-то взаимоотношение, живописное взаимоотношение пятен произошло. Чуть-чуть будет розовить, и там это тоже есть. Вверх формата. В стороне от середины, но одна из ножек цветка прям пересекает середину с некоторой диагональю и окружено стаканом, который вонзается вниз. Композиционно это оправдано. Можно синенький чуть-чуть подпустить в стакан. Можно грязнушку такую подпустить из нескольких компонентов. Дно стакана можно сделать небесно-голубой. Небесно-голубой с чернинкой. Она, чернинка, смягчит любой цвет.
И, наконец, цветочки. Берем, конечно, в первую очередь розовый. Один ряд цветков, второй ряд цветков. Выше, нет, чуть-чуть за середину заходит центральная розочка. Краплак с кадмием. Еще один важный цвет, изумрудная с черной и изумрудная с охрой. Изумрудная с черной. Так, нижний цветок не доходит до середины по ширине. Программа настолько хорошо переводит, что видны мазочки, которые буквально нужно повторить. Программа сделала целый ряд обобщений, что дает возможность буквально срисовать эти обобщенности,
не допридумывая их самим. Сейчас я в красный добавлял зеленцу, и появляется некоторый холодок цвета. Так, и у нас еще стволы коричневый, розовый. Итак, вы видите, он и в смесях оказался успешен, и, конечно же, в чистом виде особенно. Этот необычный цвет. Тут еще интересный момент, что часто художники старшего поколения уже привыкли к определенным цветикам и не выходят за их рамки, ну, уже свои штампы имеют, звучание цвета. И вполне возможно, что подобное цветовое решение будет создавать конкурентную способность для ваших работ в силу своей нарядности, минимум нарядности. Так, ну, я думаю, что достаточно эту работу трогать. Надеюсь, вам понравилось. И главное, понравился цвет, который мы теперь все вместе будем искать.